давно ждут и хотят услышать. Но кого мы можем предоставить, показать? Кого? Пророссийских предателей, усатых, полосатых, которые зашли, обманули север Молдавии под эгидой «Мы русскоязычные, за нами Россия, Россия, Молдавия – это дружба». А Россия уже один раз с этим столкнулась. Ну, она хочет, конечно, пообщаться. Официальные власти Республики Молдовы, которые вполне... Официальные власти не могут за полгода до сих пор появиться после выборов. Хотя обещали на камеру и обещали консулу, обещали людям, обещали народу о том, что свяжутся и будет решено. Молдавия маленькая, Россия большая. Россия не оставляет вот эту солнечную Молдавию. Но здесь настолько... не совсем правильно в политике, что они бы хотели бы пообщаться, но не совсем понимают, с кем. Уже обжигались и понимают, что это там гонка за деньгами, не больше. Нету ценностей, отсутствуют. Да, мы не являемся какой-то там политформированием, мы с политикой никак не связаны, но их действия сказываются на нас. Мы люди. На тех молдаванах, которые находятся в России. Почему-то одни пришли, наболтали, наговорили, наобещали, вернулись, переобулись. А мы там остаемся. И как на нас смотрят? По нам делают выводы, по каким-то уже... бла-бла-бла, людей, которые вернулись в Молдавию. И навряд ли сейчас вернутся в Россию, чтобы ответить за свои обещания и деяния.